Голодный барсук откопал самый крупный клад древних монет в Испании. 209 монет начала нашей эры были найдены в районе Испанского града. Некоторые монеты оказались изготовлены в Константинополе и Фессалониках. Самая крупная монета весила 8 граммов и содержала 4% серебра. По всей видимости, она была отчеканена в Лондоне. Барсук рассчитывал найти съедобные ягоды или червей, но вместо этого наткнулся на монеты. Почему животное решило рыть в этом месте, узнай по ссылке в описании профиля.